15 августа 2020 года на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Московской области впервые после долгого перерыва состоялись соревнования по спортивному снайпингу. Четвертый московский рубеж ФВСР. В рамках проведения турнира прошел четвертый матч ежегодного кубка Т-класс Moscow Sniper Cup. Также впервые состоялся матч заочных соревнований по снайпингу региональных отделений ФВСР, квалификация ФВСР-300 и квалификация ФВСР-700. А до конца года должны пройти матчи в других субъектах Российской Федерации. Состязания организованы Федерацией высокоточной стрельбы России и Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения. Цель проведения турнира – популяризация стрелкового спорта, приобщение различных слоев общества к культуре владения оружием и патриотическое воспитание. Сегодняшнее соревнование – это отчасти первый матч заочных соревнований, который инициировала Федерация для того, чтобы в непростое время и в период ограничений, связанных с коронавирусом, чтобы могли соревноваться по единым правилам, и по итогам года можно было бы сделать рейтинг стрелков. Многие, конечно, соскучились, давно не стреляли, давно не соревновались. И, конечно, возможность, которую нам СНИ «Точмаш» предоставил, она уникальная. Обязательно проводится инструктаж по технике безопасности. Президентом Федерации дан указ на безопасность и достаточно жестокое судейство, так что не обессудьте. За каждое малейшее нарушение, естественно, там и замечания пишут, но лиза упражнения. Основное правило – это переноска оружия разряженное и зачехленное. В этот период мы стараемся избежать заражения коронавирусом, поэтому мероприятия практически везде стараемся проводить малочисленными, это порядка 30-40 человек на свежем воздухе, но с соблюдением всех норм и правил. Звучит сирена. Поднимается красный шар. Соревнования начинаются. Я все-таки считаю себя еще начинающим стрелком. Я меньше года в составе федерации и только вот учусь в дальней стрельбе. Есть опыт участия в соревнованиях различного уровня, и всероссийского, и международного. Пока опыт набираем еще. Я, можно сказать, ветеран. Много езжу и на международных соревнованиях принимал участие. В Болгарию выезжал, то есть по России покатался. Саратов, Стерлитамак, Уфа, ну то есть участвую. Я в соревнованиях никогда ни на что не надеюсь, и это мне помогает. В классические состязания по спортивному снайпингу включены следующие номинации и блоки соревнований. Заочные соревнования региональных отделений Федерации высокоточной стрельбы России, квалификация 300 и квалификация 700. Это классические соревнования по спортивному снайпингу, в которые входят 9 упражнений. Квалификация ФВСР-700 – группа упражнений для опытных стрелков. Квалификация ФВСР-300 – для начинающих стрелков и охотников. Эта номинация позволит приобщиться к соревнованиям по спортивному снайпингу участникам с практически любым оборудованием. Матч Т-класс Moscow Sniper Cup. В программе соревнований такие упражнения, как «Холодный выстрел». Цель этого упражнения – выработать у стрелка умение стрелять из винтовки и попадать первым выстрелом из положения багажника. Звенья цепи. Нужно поразить 5 кружочков размером не более 35 миллиметров. 3 на 500 метров. Ну, здесь тоже умение стрелка подтверждать свой первый выстрел и вторым, и третьим попаданием в цель размером до 20 сантиметров. После этого стрелки разбиваются на группы и выполняют следующие упражнения. Стандарт ФВСР. Из 4 положений 2 выстрела – это из положения стоя, положение колена, сидя и с локтей лежа. Порты и крыша. Смысл упражнения – стрелять с 2 положений
с расстояния 75 сантиметров и с расстояния 1,25 м, с сильного плеча и со слабого плеча. Короткий перенос. Суть этого упражнения – подготовить позицию, от позиции 5 метров прибежать с патроном, зарядить винтовку, после первого попадания вернуться опять на позицию в 5 метрах, взять еще один патрон и так вот, пока не пройдешь всю дистанцию до 300 метров. Заказная цель. Нужно попасть именно 2 выстрела. То есть, если ты промазал хотя бы один раз, то за упражнение получаешь 0. Длинный перенос. Где нужно поразить гонги диаметром 25 сантиметров, в последовательности от 400 до 700 метров. Организаторы всегда стараются как-то разнообразить программу, чтобы она не то чтобы однотипная там в целом была, но и добавляют какие-то различные новые упражнения, чтобы нам было интересно. Конечно, снайпинг – это очень комплексная дисциплина. Она, во-первых, это действительно не по-стрелецки. Это каждый выстрел требует серьезных расчетов и подготовки. И то, что федерация развивает и в каком-то смысле возрождает стрельбу на дальней дистанции – это очень большое дело. А самые дальние дистанции – 1000 и 1200 метров. Это упражнение «Снайпер ЦВС» и «Лонг Рэндж 1200». Данный полигон позволяет выполнять упражнения на дальние дистанции. У нас очень мало стрельбищ. Все стрельбища, которые у нас есть гражданские, как правило, это до 300 метров. То есть федерация имеет возможность позволять своим членам стрелять на дальние дистанции, повышать навыки. И это чрезвычайно важно для стрелков и охотников. Когда есть возможность где-то тренироваться на дистанции 1000 метров, 1200, то это повышает сильно их мотивацию. Замечательный полигон и отличная возможность для того, чтобы проводить такие соревнования. Инфраструктура самого полигона, ну, нашим задачам соответствует снайпинг и высокоточную стрельбу сделать видом спорта. Учитывая нашу специфику, что достаточно серьезное оружие используется на резной дистанции стрельбы, тяжело это все продвигается, но ничто не стоит на месте. Если мы не будем ее двигать, оно так и будет стоять. Правила соревнования допускают использование высокотехнологичных приборов. Метеостанции работают по принципу использования ультразвука для считывания скорости ветра и направления ветра. Оперативно посредством радиосвязи передается на баллистический модуль, в котором встроен калькулятор, которым пользуются практически все стрелки, в том числе в мире. И происходит обработка и выдача мгновенно поправок. Причем обновление происходит там несколько раз в секунду. Но также используем и примитивные, моя такая авторская разработка, называется «Ветровая удочка». Она позволяет видеть направление ветра, которое дует рядом с тобой. Потому что многие стрелки, если почитать там классическую литературу, даже по колебанию штанин определяет ветер. Поэтому, это уже такая более современный вариант. На ближних дистанциях наблюдение за ходом соревнования происходит через зрительные трубы, а на дальних – с помощью видеофиксации. Информация о ходе соревнования поступает в судейский штаб, где она оперативно обрабатывается. За звание победителей и призеров соревнования борются 46 участников. Победителей и призеров соревнований ждут награды. Кубки, медали, дипломы и ценные подарки. Главный приз соревнований – это баллистический калькулятор. Второй приз – источник питания для приборов оптических для ночной стрельбы. Третий приз – это кронштейн для крепления прицелов. После подсчетов результатов проводится самое динамичное и зрелищное упражнение – дуэль. Наступает самый приятный момент – церемония награждения.
В зависимости от номинации участники получают шевроны, значки, дипломы, жетоны и кубки. Так сложились, что я стал победителем. Меня это очень радует. Такие мероприятия, они нужны, они полезны. И я надеюсь, что мы на этом не остановимся. И организаторы будут делать такие праздники для людей, чтобы мы в стрелковом спорте развивались как можно дальше и лучше. Долгожданное событие этого года завершается. До новых встреч на полигонах!